Всем привет! Глядя на эту прекрасную надпись «Праздник Новоцвета», сразу поднимается настроение и кое-что еще приподнимается. Так как у меня канал по Dota 2, да, я ведущий этого канала, само собой, мы будем с вами делать все, что касается Dota 2. Зачем я там что-то втихаря, там, как макрушник что-то делать? Нет. Поэтому в этом видео мы вместе с вами будем создавать амулет. То есть, например, вот вы видите, да, перековка предметов. Заходим, и здесь мы можем создать амулет из 10 ненужных предметов. Для чего вам нужен этот амулет? Амулет нужен, чтобы предсказывать победы. Если мы 3 раза правильно предсказали победу, получаем сундук. В этом сундуке рандомный сет. Сразу скажу, да, что там такие сеты такие средненькие. То есть, не супер-пупер. И они все старые. Ну, ничего страшного. Если мы предсказываем, по-моему, 2 раза неправильно, нам дают какие-то утешительные призы. Типа там очки и так далее, которые нужны для участия в этом эвенте. То есть, перековываем 10 предметов, получаем амулет плюс 25 очков. Они нам нужны для игры с Годень. Для усиления персонажа Годень. Теперь давайте мы вместе с вами сделаем. Потом отдельное видео я запишу предсказание в начале. И что получилось у меня в итоге. Смог я выиграть сундук или я неправильно предсказал. То есть мы можем предсказать 3 раза и ошибиться только 1 раз. Если мы ошибаемся 2 раза, проиграли предсказание. Ну что ж, как мы должны делать? Смотрите, сейчас вам покажу. Заходим в магазин, арсенал, нажимаем перековка предметов. Потом в идеале жмем все предметы, сортировка, нажимаем по герою. Можно или сделать так? Ну давай. Понятно. Во-во, что-то думает. Ну видите, уже новый баг нашли, не пишет сортировку. Смотрите, я сейчас подумал. Можно сделать так или можно сделать вот так, по редкости. По редкости сделать. Ну нет, смысла нету. Сделаем по герою. Почему по герою? Потому что так мы увидим все двойники, понимаете? Двойные предметы. А у меня очень много повторных предметов. И лучше всего, конечно же, их выкидывать. Рекомендую вам выкидывать самые бесполезные предметы самого низкого качества. Комонки. То есть, вот повторные, но они ункомон. Мы их трогать не будем. Прическа, волосы, да? С лобка приклеил. Выкидываем комонка. Идем далее. Ну, тарарки идут. То есть, избавляемся от двойников. Смотрите, видите вот это вот ряд? Вы видите вот это вот? 4 предмета повторных. Выкидываем нафиг. Выкидываем. Сюда. Сюда. Все. В итоге абсолютно спокойно я соберу себе первый амулет. При этом потеряв только повторные предметы. То есть, ну практически ничего не потеряв. Все, смотрите. Амулет готов. Жмем применить. Вы собираетесь перековать эти предметы. Будут удалены, но это понятно. Да, продолжить. Еще раз говорю, ни в коем случае не надо класть сюда редких предметов. Никогда. Только комонки, самые бесполезные, по вашему мнению. Вау! Что же это выпало? Это выпал нам амулет. Ваше подношение принято. Само собой, я могу еще сделать амулетов, потому что повторных много. Вот повторные. Вот. Потом вот, 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 вот и так далее. Хвосты пошли. Давайте глянем, что у нас здесь есть. Дополнительная информация. Ну и все. В принципе, Alpic, да. Вот самый главный режим Alpic. Теперь. Сейчас я уже потом чуть позже начну играть. И буду записывать каждый раз в начале свое предсказание победы. И посмотрим, получится ли мне быть оракулом. То есть, предвидеть будущее. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.